Итак, всем привет. Хотел сделать такой небольшой обзор, распаковку бритвы Philips One Blade. Что у нас тут? Документация. Еще документация. Еще бумаги. Тут у нас идет кабель зарядки. В этой коробочке идет три насадки. Чтобы триминговать бороду. И сама. Сам триммер. Что-то не попадает. Сама насадка идет в таком кожухе пластиковом. Ну и, собственно, вот так это все выглядит. У меня была еще бритва Philips с тремя головками, но это для тех, кто любит бриться каждый день. А для таких лентяев, как я, кто бреется раз в неделю, вот этот, как по мне, самый идеальный вариант. Еще раз всем привет. Сейчас я продемонстрирую, как бреет этот Philips One Blade. Это моя. Обычно я вот так нарастаю вот такой вот длины. Потом вспоминаю, что мне надо побриться. Вот этой бритвой это делать капец как долго, неудобно. У меня, конечно, есть еще триммер Philips. Вот такой. Тоже можно бриться вот этой насадкой, но такое тоже долго и нудно, и лозишь на одном месте. Сейчас покажу, как бреет вот этот триммер. Летит все в разные стороны. Бреет очень мягко, очень приятно, как видите, все быстро, четко и практически, ну, под ноль, там может 1 миллиметр максимум, никаких раздражений, так мягко идет, как будто, я не знаю, очень мягко, очень приятно, видите разницу,
классно, четко. Все, спасибо за внимание.